Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Amazin Holy Play. Это первый сервачок, где постоянно я играю, поэтому начинайте играть вместе со мной. Все ссылочки есть, конечно же, как всегда, под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам было легче начать играть, конечно же, вводите мой промокод, пишите MM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч, как бы это довольно не маленькая такая сумма. За эти бабки вы можете купить себе квартиру, машину, одежду и просто с кайфом реально начать играть в данном проекте вместе со мной. Поэтому обязательно вводите мой промокод, качайте уровень и забирайте в принципе свои деньги. Ну а как вы понимаете, ролик, пацаны, сегодня довольно-таки будет необычный, потому что в мои руки, в мое владение, понимаете, это моя машина, попал вот такой вот автомобиль. Я считаю то, что это одна из самых красивых и редких машин просто на Амазинге, и она как бы моя, пацаны. Она просто моя. И она необычная, пацаны. Она не просто стоковая. Ну, реально, тачка просто по кайфу. Поэтому сегодня я вам ее покажу просто во всей красе. Выскажу свое мнение, как бы. Я думаю, все просто, почти все смотрели фильм «Назад в будущее». И эта машина именно оттуда. Это DeLorean, пацаны. DeLorean просто. Как это реально охуенно звучит. DeLorean, понимаете? Это машина-легенда. Эта машина снималась в нескольких фильмах там и так далее. То есть, тачка реально очень классная. И я думаю, многие машину узнали именно из фильма, как в принципе я. Тачка реально интересная. Стоит у него второй чип, сигнализация, антирадар, аудиосистема, нитро. Честно говоря, эта тачка находится как бы в продаже. Да, это моя машина, я как бы поменялся. Не буду говорить, что на что поменял там и так далее. Я ее продаю для того, чтобы купить себе бизнес. Был бы у меня бизнес, я бы себе эту тачку оставил. Реально, я бы себе ее оставил бы с радостью, потому что она реально очень интересная. Да, она по управлению такая, знаете, ну, специфическая, то есть не каждому понравится. Она такая бочком ходит, но у нее очень управляемый занос, реально, вы можете спокойно управлять заносом и как бы не разбиться. Бля, ну внешне эта машина просто реально очень классная, просто 250 максималочка, то есть с третьим чипом она будет ехать примерно 270 километров в час. Скорее всего, когда вы смотрите это видео, я ее продал. Я честно не знаю, какая настоящая цена этому автомобилю, то есть мне эта тачка обошлась в 208 миллионов. То есть я эту машину приобрел, ну если считать в сумме то, что я за нее дал, я ее купил за 208 миллионов рублей. Эта тачка реально очень просто эксклюзивная, то есть, наверное, на весь проект их штук, наверное, 20, может быть больше, ну, может 30, ладно. То есть, ее нельзя купить в автосалоне, ее нельзя купить там в рулетке, выиграть нельзя ее, понимаете? То есть, эта тачка реально эксклюзивная, нельзя нигде достать, то есть, они есть только у игроков. Тачка, понятное дело, очень старая, она там каких-то, наверное, 70-х годов, честно, я даже не знаю. То есть, сама по себе машина очень старая, но очень легендарная. То есть, меня именно это подкупило, то, что я давно себе хотел такую машину. Я даже купил бы без аудио себе такую тачку, но, а здесь как бы и аудио, и нитро, и гидравлика. Тачка реально очень заряженная. Ну, смотрите просто на эту красавицу, пацаны. Ну, реально, тачка огонь, просто. Да, она там не супер быстро ускоряется, у нее там не очень большая максималка, но внешка она просто берет, реально. Ты заезжаешь на Нашан, к тебе просто подбегают все, реально. Просто подбегают все. Бля, тачка реально сочная просто. Попочка у нее прям такая сочная тоже. Эти двери, ебать, как чаечка просто. Ну, прикольная машинка, прикольная, пацаны. Честно, это единственная DeLorean с аудиосистемой, которую я видел. И она у меня, понимаете? Больше на 01 серваке я таких не видел, честно говорю. Именно с аудиосистемой я не видел. Обычный там стоковый я видел. А именно с аудиосистемой это единственное, которое я видел, вообще, которая каталась когда-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, карамба. Аккуратно. Так, у меня багажник открылся. Так, закрываем багажник. Еще есть гидравлика, пацаны. Да, возможно, она тут нахуй не нужна, эта гидравлика. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Возможно, гидравлика здесь и нахер не нужна, я с вами соглашусь, но сам факт то, что она как бы есть, это уже хорошо. Ей не хватает только стробоскопов и третьего чипа. Я хотел номера поставить, но я думаю, блин, я все равно ее буду продавать. Я ее изначально вообще брал для перепродажи. Брал для перепродажи, я не знал вообще, сколько она стоит. Но в любом случае, пацаны, я хотел себе эту машину как бы покататься, попробовать, что это вообще такое. Но, блядь, она реально такая красивая. Она именно, понимаете, она не берет тебя именно там скорость, разгоном, она берет именно внешкой, понимаете? Вот внешка у нее просто охуительная, пацаны.
Внешка, вот у нее просто самая охуенная красивая машина. Напишите реально просто в комментариях, вы бы себе хотели бы такую тачку или нет. Машина дорогая, мало кто вообще может себе позволить ее купить. Эта тачка, знаете, такая выходного дня, чисто так, знаете, с кайфом выехать. Какая-то спокойная, знаете, классическая музыка. Там, может быть, из фильма вообще, знаете, «Назад в будущее» эта музыка играет. Там заехала на сантик, ебать, туда-сюда, ебать. Постоял, ебать, покуролесил. Так, давайте поздороваемся. Блядь, вообще додил не вовремя вообще. Я сейчас думал, сейчас сюда отъеду, чтобы тут никого не было. Чё, как обмен прошел? Хорошо. Обмен прошел просто отлично, братанчик. Просто великолепно, понимаешь? Прям обмен реально, пацаны, прошел просто. Сколько поднял? 60 миллионов я заработал. Ладно. Постоим, пообщаемся с пацанчиком, ничего страшного. Как бы я люблю своих подписчиков, поэтому ничего страшного. Ладно, удачи, так, удачи. Короче, пацаны, что я вам хотел донести? То, что тачка реально прикольная, мне она очень сильно нравится. Я бы ее не продавал, но я на ней толком бы тоже не ездил. То есть, эта машина, знаете, такая, в коллекцию. Чисто купить в коллекцию себе, чтобы она у вас была, чтобы она стояла, чтобы вы просто-напросто выделялись. То есть, да, эта тачка чисто, знаете, в коллекцию. Эта тачка не на каждый день. Эта тачка там не похасанить. Чисто с кайфом, знаете, ездить, понаваливать бочком. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков, я вам буду очень сильно благодарен. Всем пока-пока.